сказал о том, что увидите, закроют. Ну, очень жаль, конечно, очень жаль. Очень жаль. Я прямо сейчас, вот, 5 минут назад увидела это. Почему закрыли? Ну, в новостях пишут, что какой-то конфликт произошел между ТНТ. Ну, потому что, знаете, посмотря на эфиры, которые были вот в последнюю неделю, вот эти все марсиаги, которые там вообще непонятно что делали. Очередной пиар. Ну, как бы я подписана на страницы в Телеграм, которые вот новости там про президента пишут, новости, которые достоверные. Вот мне сейчас показало это все. Если будет переформат, это замечательно, если смогут поменять как-то формат. Анита снимала сторис про приезд какой-то. Это они переезжали сейчас в дом ССЛ, но про закрытие вот. А если будет формат молодежи, которая занимается ТикТоком, Вау-хаус, это прикольно. Вот в Европе сейчас очень много проектов, Big Brother, там еще какие-то, ты единственный, очень много проектов, поэтому я думаю, что, возможно, ведут какой-то интернациональный проект, который вот везде по MTV есть, наподобие Дома 2, но... Очень обидно, если закроют из-за каких-то неадекватных... Очень обидно, мне тоже очень обидно, ребят. Я хотя бы провела там, да, 6,5 месяцев, но очень обидно. Капец. Я прямо сама. Даже не хочу знать, как, что думает Оля Бузова или там, не знаю, Черкасов, потому что, блин, капец. Капец. Да, Бузова написала, я сейчас тоже это видела. Я сейчас с работы приехала. Как ты думаешь, Бабич будет после закрытия со скалы? Ребят, меня это не интересует. Но если откроют новое, это прикольно, это классно. Если что-то они смогут поменять и оставить там Жукову. Да, я тоже сейчас, короче, очень такие непонятные новости, непонятно в каком развитии они потом будут двигаться, но очень обидно, конечно. Считайте, если проект существует 16 лет, ну, в Европе, чтобы вы понимали, вот этот Big Brother, который есть, он там 3-4 месяца идет и потом меняют людей, а проект существует 16 лет. Короче, вообще, а ты придешь на новый проект? А вы хотите? Не знаю, что они там будут делать. Короче, вот такие вот дела. Очень жаль. У меня Дом 2 ассоциируется только с хорошими какими-то жизненными моментами. Я очень благодарна, что я смогла там побывать. Ну... Также вы со мной познакомились, вы меня увидели именно там, до моего нахождения там, вы обо мне не знали. Если что-то будет новенькое, это классно. Keiner schaut mehr Big Brother. Ich habe gesagt, dass in russischer Sendung, das ist sowas ähnliches, aber diese Sendung ist seit 16 Jahren drinnen, also das... Если не будет всяких марсиак, пошла бы, не знаю, может быть. Но, блин, это... Я думаю, что они просто поменяют концепцию. Да, ребят, я знаю. Грустно. Все паблики закроются. Короче, какой-то капец. Ну, сейчас такая ситуация в мире, вообще не поймешь, что. У нас сегодня тоже приняли решение... что будут открытыми только магазины, все рестораны, бары, фитнес-центры, вообще все закрывается везде. Так грустно, я выросла на нем, хотела бы пойти туда, очень грустно.
Нет, диету спорт я не бросила. Это план ведущий, все, которые монтируют Дом-2, закрывать, открыть новое, чтобы Дом-2 больше смотрели на формате, потому что в старом формате. Ну, вот, которые сейчас последние эфиры. Вот эта Марсиага, она, конечно, вообще-то уже блядство какое-то пошло. По-другому не назвать. Да, сейчас какое-то уже бордельство. Старые участники, с которыми я лично знакомы, они как бы адекватные. Но люди новые, которые пришли, это какой-то вообще капец. Очень жалко. Да, очень грустно. Всех старых участников слили же. Ну, то, что Сережу выгнали, да, это я знаю. Ебара выгнали, тоже знаю. Ну, осталась же Юля с Игорем. Остались Федя с Анитой, Паршина. Паршина вообще беременная. Вот, в новостях пишут до 30 декабря. Я не знаю, правда это или нет. Не буду вам никакие ложные информации давать. Очень жаль, что закрывают. Можно подумать, камеди, стендап, хорошие программы. Это точно, раньше всякую херню выгоняли. Старых участников слили, потому что и зарплату большую надо платить. Ну, это тоже видела. Старые эфиры топовые, сейчас говно. Ну, сейчас реально, вот говорю, я Марсиак вообще не переваривала, когда была на проекте. Для меня это человек, который полностью пытается продвинуть какой-то хайп, полностью сделать какие-то движники. Всегда нужно оставаться человеком и думать о том вообще своей репутации. Она свою репутацию просто растоптала. Я не знаю, даже, наверное, в Макдональдс не возьму после этого на работу, потому что это дичь полная. Там участникам новые комнатки дают, переустановки, все такое. Они даже и не в курсе. Если будет обновление, это круто. Ксения Бородина выложила видео о Доме 2 и сказала, что 30 декабря, это капец. И переформат это круто, если сделают. Если ничего не сделают, это печально. Это очень грустно. Будем надеяться на то, что они сделают какой-то переформат. Туда тебе бы глаз на жопу натянуть или язык туда засунуть, а не губы на корягу. Видите, вот люди, которые говно пишут, что вам надо, выйдите уже нахер отсюда. Вот реально, от вас уже просто трясет. Старые участники самые классные, а новенькие говно. Про то, куда пойдут участники, не знаю, домой, наверное, Ебаров же тоже домой пошел. Очень жаль, согласна с вами полностью, очень жаль. Я к проекту хорошо отношусь. Прям Ольга Бузова сказала, ничего, мультфильм про Зыкни, никого ничего не сказать, участник почему-то решил, что я закрою. Кто больше всего нравится из пар Дом-2? Ну, Юля, Анита с Федей. Марин, ты хочешь, чтобы твой парень тебя был взрасти? Не знаю, не хочу никакие отношения, честно. Я не готова сейчас вкладываться в отношения, для этого нужен огромный труд, я не готова. Написала, что закрытие это пиар и просто переформат. Короче, да. Такие вот новости пятничные. Когда ты уходила, так плакала. Я помню, мне очень много людей писали. Ну, может быть, даже и к лучшему, если так закрывают. Ну, старые участники, понимаешь, они не такие же яркие. Они уже лучше, чем новые. Потому что старые строят гармонию. Почему... Те, кто ушел, говорят, что нас выгнали люди сверху, но не называют имен этих. Ну, потому что это редактора. Вы никогда не увидите редакторов, вы никогда не увидите людей, которые работают за камерами. Вы же, когда, к примеру, вот вы идете в Макдональдс, вот вам дают бургер, вы же не знаете, сколько людей нарезали салат и
кто делал хлеб и кто поставляет им мясо, вы же это не видите? Марин, кажется, даже на лицо похудела. Я уже 5-й день без сахара. 100% ведущие должны были знать уже эту пару недель новость. Ну, скорее всего, они об этом знали, но сейчас разглашать вот именно сейчас смогли. Ну, знали, наверное. Даже не с первого дня все делается. Продолжали следить за питанием, конечно. В день ем, блин, не знаю, сегодня съела только помидоры и моцареллу, и все. И пью теплую воду. Я это понимаю, но почему не называют имена? Зачем называть имена? Старая школа там пишет свой гимн, поэтому мне кажется, что будет... Ребята, если будет переформат, это круто. Сложно держаться на ПП первые дни, да, но сейчас я уже как-то привыкаю. Как сдержать себя, когда хочется напасть на еду? Нужно думать о вашем теле. Эффект йо-йо у меня произошел после интервального голодания. Я набрала после него 4 кг, сейчас я от них избавилась. Все-таки экстрасенсы правду сказали, Бузова, продон ваши закроют, или вы перестанете там работать. В итоге так и получится. Олю Бородину, у всех ведущих, у них есть другие проекты, в которых они участвуют, поэтому это как бы больше я переживаю за участников, которые находятся там, что они будут делать. Потому что я думаю, что многие из них рассчитывали на дальнейшее какое-то существование там. Чай я всегда пью без сахара. Марина, почему именно теплую воду пить нужно? Потому что теплая вода, она делает метаболизм лучше и также утоляет чувство голода. Да, сейчас аккаунт в Охау зашла, они реально на доме 2 за 10 лямов будут бороться. Ну вот. Наверное, их оставят. Жалко пингвинов, а кто и декретный будет платить. Ну, ребят, знаете, что самое главное? Что проект проектом, нужно всегда думать о своей нормальной жизни. Потому что, понятное дело, все, что происходит на проекте, это как бы, ну, это телевизор. Нет, с Сережей не общаюсь. Марина, ты ушла, и мы с семьей толком не смотрим «Дом-2». Ты хочешь с кем-то встречаться или отношения делать? Нет, я не хочу никакие отношения. Моя даже внучка на тебя подписана, мне очень приятно. Марина, реально для девушки 25 лет семьи приехать в Швейцарию? Я не знаю. Реально все, главное захотеть. Общаешься с Юлей? Да, сегодня с ней списывалась. Ты рассталась с Фабио? Да, уже как две недели. Знаешь, его закрывать, потому что многие участники уходят и проект теряет ужасно. Как вот поэтому закрывать, они хотят перепрограммировать то, что... Написал в паблике, что это будет переформат, а закрыть это пиар-акция, чтобы людей привлечь. Ну, это хорошо, если так и будет. Надеемся на это. Ты рассталась? Да, мы расстались. Я, если честно, особо не смотрю «Дом-2», но даже мне жалко, да. Ну, потому что «Дом-2» знают все, неважно, какой у него, значит, рейтинг, что люди об этом думают. Все знают. Сейчас поеду домой, хочу ТикТок записать. Думаю, вот какой.
Как относишься к паре Дани и Тани? Никак. Даже, ну, не думаю, вы мне вопрос задали, никак. Глаза грустные, я очень уставшая, сегодня работала весь день. Какие планы на вечер? Никаких, у нас все закрыто. Это твой плейлист, да. Ты пример достойной девушки, спасибо. Марина, если Фаби позвонит и пригласит в кафе, пойдешь? Нет. Я его везде заблокировала, и он должен принять это. Я так считаю. Давай сменим тему, продам два машины твоя. Что? Как ты записана в ТикТок? Марина Страхова, СК. Смотрите, у меня есть в шапке профиля. Как относишься к скалон? Нейтрально. Почему расстались? Потому что, ребят, я не хочу никаких отношений. Мне одной хорошо. Что произошло, если не секрет? Я приняла такое решение. Он не хотел его особо принимать, но пришлось. Мариш, у тебя очень красивый русый цвет волос. Я смотрю, восхищаюсь. Лучше, чем блонд. Спасибо. Да, просмотры у него никогда не упадут. Тем более с последними эфирами, мне кажется, наоборот, даже поднялись. Скорее всего, достоверная инфа это то, что конфликт с ТНТ произошел. Ну, возможно, перенесут на какой-то... Я же не знаю, как там это все задекларировано. Может быть, будут на каком-то другом телеканале. Может быть, заключат с каким-то другим каналом контракт. Не знаю. А что, если бы переформат вы хотели бы меня там увидеть, да? Нет, ребят. Есть в Германии нормальные состоятельные русские мужчины? Есть. Какая погода у вас? Туман. Сколько людей в Швейцарии встречало русских? Не так много, если честно. Красавица, спасибо. После первого расставания ты больше переживала, чем сейчас красивая пара была. После первого расставания я переживала. Сейчас я просто... В тот раз я не поняла, что хочу. Сейчас я поняла, что я хочу быть одна. Ты хотела помыть машину? Помыла? Нет. Грустно жить одной в Швейцарии, я же с родителями живу. Скажи эффект длину. Длина у меня 13D. Какие у вас планы на Новый год? В Москву нет желания вернуться? Есть, конечно, ребят, но сейчас с короной очень все сложно. Марина, с прибавлением подписчиков появилось больше хейтеров, да. Однозначно.
Макияж помогает стать увереннее? Нет, если вы себя без макияжа неуверенно чувствуете, то вам макияж не поможет. А чем он тебя не устроил? Мне кажется, тебе русский мужик нужен. Чем он не устроил? Ребят, парень хороший, он хороший, я к нему хорошо отношусь, но я энергетически, я не могу сейчас вкладываться в отношения. Я чувствую, что я растрачу свою энергию, которая мне нужна сейчас. Ты познакомилась с сестрой Фабио? Конечно. С тобой на работе работают ровесницы или бабули? Со мной работают ровесницы. Все блогеры одинаковые, на лицо тот же нос и те же губы. Спасибо тебе за твои классные видосики. Жаль, что до вас закрывают. Конечно, жаль. Когда планируешь детей? Не знаю, не раньше 35. Привет из Питера, привет. Сколько времени уходит на макияж? Минут 15 на каждый день. С кем работаю? Я работаю в страховой компании. Hello from London. Даже не знаю, что пойти поесть. Наверное, салатик. Сегодня я ела только две помидорки и моцареллу. Вы сами научились краситься? Да, здесь ничего сложного нет. А в месяц сколько зарабатываете? Я не говорю о заработке, ребят. Я считаю, вот можете меня расстрелять, казнить. Я считаю, что каждый может делать детей во сколько он захочет, но для меня я хочу быть настолько самодостаточной, чтобы даже вот в мужике не нуждаться, понимаете? Встретить любовь — это одно, а встретить мужчину, потому что я нуждаюсь в деньгах, я этого не хочу. Ты на диете позволяешь себе пить кофе? Конечно, я выпиваю по 3 чашки. Ты не только красотка, но с отличным чувством юмора. Спасибо. Мне кажется, в машине всегда отличная музыка играет, да. Спасибо. Ну да, то, что разврат сейчас, это вообще. Надеюсь, если будет переформат, то как-то... Мне 24. Hello. Ich bin bei der Ergo-Versicherung und du, ich bin bei Visana. Тебе жалко, что он два закрывает? Да. Там два со страхом был интересен, спасибо. Как ты относишься к тому, что дом два закрывает? Это очень грустная новость. Будут что другое наподобие его? Ну, конечно, будут, господи, по всему миру такие программы есть и будут. Просто ни одна... Вот в Европе, чтобы вы понимали, когда я кому-то говорила о том, что я была на доме 2, который существует 17 лет, у всех просто вот так вот глаза, как 17 лет, как что-то может продержаться столько лет. Вигейте синенгу, данкон дир. Могла бы взять ребенка из детдома, не знаю.
Дом 3. Да, раньше был проект «Большой брат», это в Европе «Big Brother». Он по всему миру есть. Какие последствия остались после ковида? Ну, сейчас у меня немножечко еще такое странное обоняние, а остальное все нормально. Ах, гуд, супер. Швейцарские мужчины жадные? Ну, не все, но как бы есть такое. Вернись к Сереже, куда? Он jetzt noch auf Deutsch. Was soll ich sagen? Нет, Сережа, мы не общаемся. Was willst du wissen? Вообще, скорее всего, мои какие-то следующие посты я буду делать, если писать, то на русском и на немецком, потому что ко мне сейчас прибавилась аудитория из Германии и Швейцарии, они ничего не понимают, и придется, скорее всего, делать пост, разбивать его на немецкий и русский. Кто твой любимый ведущий? Бузова. Да и Черкасов, в принципе, неплохой. Нет, братьев и сестер у меня нет. С кем из Дома 2 поддерживаю связь? С Юлей. С Еленой списываюсь часто. Как же Бородина и Кадони? Ну, они тоже хорошие ведущие, но вы меня спросили, кто мои самые любимые ведущие. Кадони неплохой мужик, но формат общения со мной на проекте фригидно, никому не нужен. А, Орлова еще тоже хорошая. Никому не нужная, фригидная, вообще прилипла и так далее, когда я смотрела. Как Новый год будешь встречать? Дома, ребят, дома. Марина, почему такая красивая? Какой подарок попросил Деда Мороза, чтобы у моих родителей все было хорошо, потому что у меня очень болел раком и боюсь, что корона, все дела. Ладно, ребяточки, я была рада с вами пообщаться, я пошла сейчас ужинать, потому что у меня режим, мне нужно за 15 минут успеть поесть. Целую вас, завтра, может быть, зайду.